Здравствуйте, мои дорогие. Вот сегодня я вам хочу показать, что я привезла от Марины. Так, во-первых, вот эта сумка, это мне нужно ее отремонтировать. Отремонтировать нужно, потому что она прям сыпется. Прям сыпется. Так, вот сейчас я сниму вот это дело. Уже по дороге растерялись. В чемодане высыпались. Вот такая вот сумка. Вот оно все вот так вот. Очень, конечно, красивая. Правда, я не знаю, куда она будет с ней ходить. Но, может быть, и не будет ходить. Марина, много очень красивых вещей. Вот так, что она с двух сторон вот такая, видите? Эта сумка досталась ей в наследство от родственницы. Ну и, в общем, дорогая еще и как память. Так, две цепи. Ну, они, в общем-то, уже вышли из моды. Но так как они разъемные, я не знаю, может, можно и на шарф, если кто-то любит крупное, можно на шарф подвесить. Убрать здесь, которые, ну, уже такие покоцанные, ободранные. Ну, их немного, кстати. Есть, ну, есть вот, видите, такие вот. А можно и покрасить. Сейчас в моде матовое золото. Вот в этом году вот в моде вот такое золото. Матовое. Я думаю, что их можно покрасить под матовое золото. Вот, ну, в общем, и вот такие очень приятного цвета. Застежка такая же крупнющая. Вот я тоже думаю, что можно и на шарф. Может быть, еще что-то придумать. Вот. И тут еще пакет. Сейчас я вот это все уберу. Так, будем смотреть. Ну, я уже это все смотрела еще у нее. Вот не проверяла, что вот это, янтарь или нет. Вообще похоже на янтарь. Вот, это старые вещи, прям старые. И они вот по сторонам такие уже покоцанные. Вот это вот брошка была, видимо, с подвесками. Ой, не вижу в камере как. Вот. И запонки. Вот такие вот. Ну, сейчас я даже вот не знаю, кто ходит вообще в запонках-то. У меня уже несколько штук запонок таких винтажных. Ну, вот эти надо переделывать, они, конечно... Безобразно сделано просто вообще. Вот, ну, вот такие. Проверю я их. Янтарь это не янтарь, но мне кажется янтарь. Так, теперь. Вот такие серьги. Девчонки, это тоже уже винтаж. Филигрань, видите? И металл хороший. Это не серебро, конечно, но как вот он, мельхиор, что ли, назывался. Делали хороший металл. Вот. Ну, я думаю, что... А может, и серьги сделаю. А может, куда-то украшения их пущу. Я еще пока не думала об этом. Так, вот такой потрясающий крест.
Ну, на нем пробы-то тоже нет. Ну, металл хороший. Посмотрите, какой стекло такое гранатовое. Ой, вот. Вот так вот. Видно вам, нет? Ой. Так вот что. Хорошее прям стекло. Красивый крест. Не знаю. Вы мне напишите. У меня есть немного там граната под гранат. Если кому-то нужно, вот кто-то любит носить кресты, я его почищу, над свечкой церковной подержу. Я вам сделаю вот такое украшение. Очень хороший крест. Да и он, собственно, он выглядит как католический, но больше, конечно, все, ну, чисто декоративно. Так, вот. Кусок. Обломок от кольца. Серебряный с пробой. У него был тут камушек стоял, красенький, я его вынула. Потому что, собственно, больше ты с ним ничего не сделаешь. Вот. И еще сережка одна, к сожалению, серебряная. Это Марине кто-то отдал. Она мне отдала. Я думаю, что я ее себе оставлю. У меня в ушах 4 дырочки. Может быть, у меня еще где-то была сережка, похожая по форме, но не такая, просто сплошная серебряная. Может быть, их можно будет и поносить еще с ней. Так. Вот таких 2 сережки. Я еще это все не чистила. Вот на таком замочке. Вот. Там какое-то клеймо есть. Есть клеймо. Это винтаж. И какой-то фирменный. Вот надо вычистить ее. Цвет у них странный. Почищу, будет видно. Пока-то они, конечно, уж больно страшненькие. Так, теперь что? 2 ниточки под жемчуг. Тоже винтажные. Винтажные, старенькие. А я так подозреваю, может, это, наверное, 3-рядные были бусы. Да, наверное. Видите, они практически одинаковые, на одинаковых ниточках. Уже давно все порвалось. Но вот судя по фурнитуре и замку, это вещь старая. Не знаю, каких годов. Может быть, и 50-х, а может, и 70-х. Не знаю. Вот, ну, вот такой вот. И что хочу вам сказать. Есть бусины облезшие, а есть просто прям идеальные. Такой цвет интересный, какой-то слоновой кости, что ли, не знаю, в общем. Вот так вот. Так. Так, теперь вот тут таких 4 вот таких бусины, диски стеклянные. Надо их вымыть, они прямо внутри грязные, черные. Обязательно пригодятся. Жалко, что 4. Было бы 40, было бы гораздо лучше. Так, ну и вот стеклянные такие бусины. Под хрусталь. Вот. Теперь что? Вот такие вот простецкие гвоздики стеклянненькие. Ой, где они там? Вот такие. Простые совсем. Так, и вот что еще, смотрите. Вот это, видимо, это булавка, наверное, да, для галстука.
булавка для галстука с цепочкой, и на цепочке что-то еще висело. И тоже прям рубиновое стекло. Видимо, сталь, нержавейка. Тоже надо почистить. Ну, тоже носят кто-то сейчас, булавки нет. Так, вот такие серьги. Так, это я вчера разбирала и куда-то засунула еще. Была где-то одна сережка еще. Так, ладно, вот, в общем, вот такая. Это тоже металл просто. Со стразиком, с таким. Так, вот такие вот серьги. Это тоже, вот, мне кажется, мельхиор. Потому что он, конечно, по цвету отличается. Вот это вот прям в отличном состоянии сережка. Жемчужинка с такой. Вот. А это нет. У этой потери. Ну, ладно. Вот эту она есть. Бусинка присутствует. Я ее вклею. И тут еще не хватает двух стразиков. Вот надо будет искать. И подобрать и вклеить туда. И будут серьги мельхиоровые. Так. Так. И еще один крест. На нем тоже есть какое-то клеймо, но это я так не увижу, это надо стекло увеличительное. Ну, тут в стразиках все. Вот. Одна сережка. Жалко одна. Куда она? Никуда не пойдет. Так, и вот, вот такие вещи мне еще ни разу не попадались. Вот девочки, которые выписывают с eBay, ну, как лом, как винтаж украшения, вот у них часто попадаются вот такие брошь-булавка. А мне вот ни разу не попадалось. Слушайте, она почему-то с двух сторон закручивается. Обычно с одной стороны такая, как иголка, а тут с двух сторон. Ой, девчонки, кто знает, напишите мне. Я вот даже не знаю, как такие носят и вообще для чего они. Чтобы с двух сторон закручивались. Так, ладно, это мы отодвигаем все. Так, и еще. И еще серьги, требующие ремонта. Девчонки, серебряные. 925-я проба. Ну, тут много потерь, да, много. Вот это вот в нормальном состоянии. Ой, видно вам, нет. Ну, я не знаю, у меня нет, по-моему, фиолетовых таких стразиков. Вот здесь, видите, утерян стразик. Жалко, надо искать. Надо искать и отремонтировать. Ну, жалко же, серебряные серьги. А, и тут еще вот потеряны
Вот здесь вот, не знаю, вам видно, не видно. Вот здесь тоже какие-то штучки мелкие-мелкие вклеены были. Вот их почистить будет видно. Там тоже стразики мелкие-мелкие. А вот здесь их нет. Ну ладно, я почищу, посмотрю. Так, теперь. О, вот они, фиолетовые. Но только другого оттенка. Вот тоже серьги. Тоже серьги. Серьги. Вот на такие швензы. Круглые. И на них просто висят, как подвесочки. Вот такие вот. Вот такие, сердечком. Ой, девчонки. И тоже фиолетовые стразы. Но, ну, они разные по цвету. Разные эти даже, ну, в общем, разные по цвету. Жалко. Так бы можно было вставить. Видите, вот еще, короче говоря. Ну, вот эти можно носить сами по себе, как серьги. Может быть, они и были сами по себе, а на них подвесили вот эти подвесочки. Тут тоже вот одной не хватает. А, и тут не, а тут двух не хватает. Видите? Тоже давнишние, прям вон патина на них там. Вот так что. Ну ладно, пойдут. Повытаскиваю. Пригодятся. Вот. И вот такие вот гвоздики. Ну, эти вот тоже пойдут. Чисто как материал. Тоже другой цвет. Ну, они розовые. Жалко-то как. Хорошие серьги. Так, ну вот еще две вот таких, короче говоря. Вот, так что вот такие подарки. Маришка меня никогда не оставляет без подарков. Еще... Что-то сейчас я вам покажу еще это что-то. Так, вот кто меня смотрит, у меня в прошлом году была вот такая посылка. Штук 30, наверное, платков вот таких. Вот только разного, ну, были там белые и уже не помню, голубые что ли. А тут Марина у меня еще три платка. Она говорит, а я... Это, ну, тоже у нее наследство она получила. И говорит, Лю, а у меня такие же платки, как тебе присылали. Made in Italy. Это были юношеские игры. Она говорит, у меня таких же три платка еще мне дала. Это в 98-м году в Москве были юношеские игры спортивные. Вот, так что, вот видите, у людей сохранились платки. Я из них хотела сшить штору себе на второй этаж. Но молодежь, которая была вчера, уехали. Я, ну, мы не успели просто. Сама я не залезу над лестницей. Мне не снять старые шторы и повесить вот такие. Поэтому пока эти платки у меня лежат. Вот. Так что, мои дорогие... Богачество, которое надо чистить, работать, клеить, придумывать что-то. Ну, с этой-то вот проще, с брошкой, что подвесить янтарик. Старое вот это убрать, и будет брошечка. Вот, а с этими-то, конечно, может быть, попадутся, может быть, любители есть. Я их подредактирую. Если кто-то коллекционирует булавки вот такие, там, брошки, что-то вот такое, винтаж вот такой, напишите мне. Мы с вами, может быть, поменяемся на фурнитуру на какую-нибудь или на какие-то бусины. Потому что я-то, если я начну все вот это собирать, это у меня и так одни коробки в доме.
И потом, ну, я так не очень этим увлекаюсь. Нравится мне, но не сказать, что я прям готова все это собирать. Вот, поэтому пишите, пишите. Вот. Кто-то же собирает такие вещи. Причем очень многие. Вот. Ну, а у меня пока все, мои дорогие. Все я вам показала. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, кому понравилось. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь, кто не подписан. Ну и до новых встреч. Будем с вами делать из цемента, делать украшения, делать всякие красивости. Ну что, мои дорогие, почистила я вот эти серьги. И что оказалось? Ой, сейчас, подождите, одной рукой неудобно. 925-я проба. Ой, не так, не так. Ну, в общем, короче говоря, вот. 925-я. Это серебро. Сейчас я вам. Десять грамм. Вот так. Вот так. Подожди, Егор, я снимаю, зайк. Внук меня отвлекает. Вот так, что 10 грамм серебра. Но вот это так у меня и не почистилось. Вот тут вот. То ли это специально какое-то покрытие. Ну, как тот, что вот серебряные такие серьги. Коробочки будем декорировать. Всякое разное будем декорировать. Вот эту коробочку. Завтра у Марины день рождения. Я ей подарю эту коробочку. Вот. Так что уедет она в город Щелково Московской области. Ну и спасибо, мои дорогие, тем, кто смотрит. Спасибо. Мне очень приятно. Ну и пока-пока. До следующих встреч.